Якутии заготовили 70 тысяч тонн молока. Это выше расчетных объемов на 4 тысячи тонны. Таким образом, план на октябрь перевыполнили на 105%. С датчика молока из бюджета республики направили более 2,5 миллиардов рублей. Средняя закупочная цена с субсидией на молоко в республике составляет 37 рублей, в том числе цена заготовителя – 10 рублей. Свыше 100% от плановых объемов сдали Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Кабяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбинский районы. Три улуса не выполняют планы на октябрь – это Верхоянский, Вилюйский и Татинский улусы. По прогнозу, до конца года планируется заготовить порядка 76 тысяч тонн молока. На эти цели дополнительно из бюджета требуется 109 миллионов рублей господдержки производителям молока.